Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
الناس انت في الصف Не, он только сел, там да? Вообще, что ли, о чем так мало? Да я просто на хренами же делал еще. И что это не считается? Нет, этого не было, значит, этого не было. Тоже микрофон тоже. Давай, может, сами.
Если вы не читаете ежедневно книги Шрилы Прабхупады, то ваше воспевание Махамантры, оно работает минимально совсем. Почти не работает. Работает очень чуть-чуть, на самом деле. И чем внимательнее и вдумчивее вы, ну, может быть, кого-то даже больше, для начала, читаете книги Шрилы Прабхупады, потом книги Шримад Бхагава, там особенно читание Чаритамриту, по кругу все их надо читать. Тем ваше воспевание, ваши джапы и киртаны работают все более эффективно. А цель этой работы, это, конечно же, вернуться к духовному миру, выиграть Господа. И как мы вернемся в выиграть Господа, если мы о них ничего не знаем, не читаем, не погружаемся, не медитируем. Потому что, когда мы поем и киртаны, когда мы читаем джапу, мы вот это прочитанное, оно у нас в голове прокручивается, мы на это медитируем. То есть не просто мы прочитали и сразу забыли, а мы потом все равно мы это обдумываем в процессе своего баджана. То есть баджана это вот киртан, воспевание Махамантры, на четках или на гармошке, или на улице на харинане. Поэтому очень важно читать книги Шрилы Прабхупады. Поэтому я вас очень прошу, читайте, пожалуйста, книги Шрилы Прабхупады и приходите на киртаны, начитанные. Вот, это так вы будете намного быстрее прогрессировать. Потому что цель нашей организации ИСКОН – это индивидуальное развитие каждого отдельного участника этого движения, вот, а не какие-то общие цели движения. И чем лучше будет каждый индивидуально развиваться, тем общие цели нашего движения будут тоже лучше достигаться. Вот. Поэтому я вас еще раз очень прошу, читайте книги Прабхупады. Книги Прабхупады – кит-джай. Да. Люба очень просил, говорит, но он его не выучил. Пожалуйста. Представьте. Это уже не новость, да? Нет, у нас не все новые вроде. Ну, для меня новая, а вас нет. Вас нет. Новые хорошо забытые старые. Сама себе там. Krishna, Krishna.